А, живой, живой, чувака. Хера, он тут журавликом одного бота свернул. Каратист, походу, какой-то. Который еще на оригами в детстве ходил. А, да-да-да. You motherfucker. Минус. Перед началом ролика хочу порекомендовать вам канал Алис. Раньше на канале был только Дейс, теперь будет и Тарков. Экшен в роликах и уютная атмосфера на стримах не дадут скучать. Заходи к ней и поддержи подписку начинающего автора. Ссылка на канал будет в описании и закрепленном комментарии под видео. Я разменялась. Здорово, парни. На крайнем видосе вы видели фрагмент, где мы отобрали две винтовки МК-18 с убитых соперников. Через это у меня появилось еще два подопытных, и я продолжил тесты этого нового ствола. Закупил разных боеприпасов, даже АП-шек взял в магазин. Одна АП-шка стоит 28 тысяч, кто не в курсе. То есть магазин примерно 280к. Плюс стоимость самого магазина около 300к стоит один магазин. Не уверен, что это окупается в данный момент. В этом видео я стрелял в основном ФМЖ патронами, самыми стандартными, а АП-магазин держал в подсумке. Рассчитывал, когда встречу пати залутанных, хорошо одетых типов, достать АП-шный магазин и на них, собственно, провести тесты. Пока бегали голожопые бэмби, то есть я стрелял по ним ФМЖ патронами. В общем, как проходили тесты, увидите в этом видео. Всем приятного просмотра. О, есть контакт. Тебя? Нет, это на новой базе вот этой, которую построили там примерно. Убили. Читак, что ли? Знаю, я не видел никого. Походу это читак вот. Бля. Вовремя-то. Убегай, да и все. ДП 10-20, голова челюсть. От читера убегать? Не, ну просто разворачивайся, пока он там занят, он же стрелялся, пока лутаться будет. Вас походу ваншотит ФМЖшка. Надо еще проверять. Нет, ну в лесу-то что они делают с читами? Днем. Ладно, ночью там, типа, сектантов, например, фармить. Да это может из разряда тех, которые просто скачали читы и играют. То есть не те, которые зарабатывают, а на оружие все на дистанцию выходит и по головам работает. У меня есть на тропе кто-то. Тропа ботов. Я понял, я у тебя тут тоже позади, за спиной. Так, убил его. Что-то у нас там, короче, движняк, походу. Да-да-да, основной. Я пойду пока посмотрю. Тоже с тобой пошел. Это Мосинка точно, чувака.
Бутскейт это... Что такое? Бутскейт. Пеппер, что ли? Он правые бревна. Смещается к тебе. Пусть смещается. Сейчас мы так... Оу! Читак, что ли? Что? Он мне в лицо сразу дал. На префайре. И меня убил. Причем я-то находился все там же. Там одна у него, без обвесов, походу. EFT, Global, голова, глаза. Понятно. Да, то же самое. Но. Фига, 243 тысячи. Ну такая, блин. Другой калибр. ТР Саскет. Че у меня по отдаче? Скорострельность ниже только. Дальняя отдача, 562. Там не смотри на эту херню вообще. Нормально она бахает. Как это не смотри, она мне как сделает круг, только, короче, не сверху вниз, а слева. На мостик встанешь, прям. Все, поминай, как звали. Стоит, блин, по 40 тысяч. А, продавай? Нет, мне нужны для... Перед нами, перед нами. Один минус. Там право, осторожно. Бир. А, нет. Я тебе просто исчез. Право никого не вижу. Го, голожопой, с мосинкой, краснополя. Камень воды. О, не один, там еще ремингтон где-то. Вот он передо мной прям? Вижу. Плюс один. Вот его я видел, ремингтон где-то дальше, вот. Дам гранату на воду. А по-моему, гранату забегал, чувак. Да-да, вижу. Где он? Воды. Он забил? Нет, ходит, ходит. Вита, ты где? Крытом. Пошел все-таки за добычей? Да, ну а что мы там втроем бегали за одним? ДВЛ-ка. То есть там все это есть. Хочешь поиграть? ВЛ-ка у меня, да, воды? Снайперского? Я открытого. Не выполнил. Тихо, Артём, я бегу. Давай, ты давай. Не заметишь. О! Здоров? Да, обоих. А деньги там зарабатываются на начальном этапе, ну, сложно. А, ну, я второго тоже взорвал. Он, походу, в воду упал, поэтому я его не нашел. Да новую купишь что-то? Нет, вынесите мою кошку. Как обладатель биткоин-фермы, тебя вообще волновать это не должно. Да, как бы. Хорошо, закончи, что у тебя ведь деньги. Попросишь что-нибудь биточек. Биточек. Обязательно. Ты у тебя водички-то не попросишь, блин. Чё-то тихо. Опять что? Опять я, господи, да что такое? Ты грибаешь. Да. Выстрел. Это нам прокидывали гранат. Это на Вита, наверное, нет? Да, он опять там же. Бля, я не знаю, где люди. Никакого праздника. Где они? Сезон. Ну, сезон. Осень, весна, зима, лето. Они у тебя будут проходить за 3 дня, это мало. За 5 адекватно. Нашел. Один минус. Второй минус. Снайперский камень. Суицид. Во, понял. Откуда вы такие пришли? Ты бежишь, Артём, со второго. Бля, по мне... Сука. Да по мне, это я ж лёг лутать. Зачем ему в тебя-то стрелять?
Надо было сразу подавлять. Я ушел влево. Увидели его? Нет, Мохенко с этих, с временок откуда-то. Нет, это не временки. Это не временки. Он наверху. Это вверх. Новой территории. Да-да-да. Ай, иди ты в жопу, еще этот стреляет. Я на повальном. Бегаю к этой дорочке. А, вижу. Минус. Не знаю, он это или не он. А, еще есть. Сюда! Сюда, мои хорошие, тестировать будем на вас сейчас. Бил? Нет. Гранате он. У меня какая-то рубашка там. А у меня ползает. Вверх? Кручу сзади. Прямо у тебя должен быть. Блин, опять не где-то его. Проскочился, что ли? Умудрился. Все? Ну, это челобот был. Да, убил. Что, белый? Да, белая куртка челоботовская. Нет, это ч... Что? ЧВК? Это ЧВК, да, белая, вот, нашел. Охренеть. А выглядит как челобот реально. Да, и всех. Пробую опять лутать. Ну я тут остался, так что, если что, я попробую потратить. Попробую чистить от суицида. Если что, не поминайте лихом. Товарищ. Временки ты чекал, да? Да. Сирак, походу, завис, да? Да. Вы тут? Да, да. Тут. У меня путем соединения с сервером. Я зашел. Окей. Ай, сундук закрыт. Что? А ключа нет, да? А ключ все потратился. Блин. Ну вот что это за игра? Ну почему? Хотя а у меня он открыт, кстати. А у меня закрыт. Ну, лутай. Пойдем, лутай. Да, реально открыт, я могу лутать. Буяна! За что? Не любит он тебя. Он сейчас по-любому там у себя в комнате дернул рычаг специальный, который мне вырубает все. 100%, блин. Я побежал на окраины. Пока, я не знаю, тут метеорит на меня не упал, конец. Ходят перед нами. Двое. Два чувака. Так. Не вижу. Бронебоечки, бронебоечки. Перед нами. Где, мы, помнишь, искали типов? Ну-ну-ну. И на холме, я понял. На той горочке, где ты меня встретил, на холмике. Да-да-да. Так, все. АПХи заряжены. Сейчас бы выйти на них красиво. Они, кстати, тоже влево шли. Тоже закрывают, походу. А, вижу их. Передо мной. В сторону ямы, где танк в яме, понял? Вижу, вижу их. Пробежали сейчас налево. Или это бот бегает, придурок. Это бот. Понял. Надо, чтобы он по нам не стрельнул только. В бункере стоят двое. Надо как-то спуститься и дальше прокинуть.
Они справа. Рискуем сейчас. А, так все. Здесь один мертвый. И второй вот мертвый. Смотри. Ты, походу, убил гранатой вид. Один просто умер, написала, а второго ты гранаты взорвал. Там сидит какой-то тип. Чё бы вайп можно было сделать? Как это было? Кто? Нет, слабо, по-моему. ЧВК. ЧВКшники такие в куртках. Блять, по мне! Убейте! Не убил! Хорош! Он не был, два, ты на один такой вроде. На второй такой умер. Ну что с этой игрой? Сори. Я думал, он умер от первого. Он забыл полутать на будку эту. СВД. СВД и Мосинг. Вот он и стрелял, получается. Да пару каточек сыграть. Вот одну будет, вот хорошую каточку, и все. Я бы завтра видос начал монтировать. Перед нами. Что было очень странно сейчас. Ничего. У тебя с его оружием все в порядке? Ну да. Да? Он его на сук повесил, прежде чем умереть. А, и с его, я думал, с моим, да. С его, да. Вот, сними нормальный кадр. Где они сидели, туда типы. Ага. Тут же тоже спавн, тоже лутаются, ходят. Подарик? Или чел? Чел? Да. Я, блин, запутался в деревьях. Ну и дистанцию, конечно, для дробовика выбрал, чтобы пострелять. Может, у него АПшка какая-нибудь там? И без ничего, да. Хоть бы Паку одел, то раз. Блядь. Беги. Это... Немного сзади нас еще Тима, походу, идет. Оу! В натуре Тима! Сразу позабрал у меня трассерами. Либо это просто читак. СМБшный патрон. Доктор РДМ, понятно. Понятно, все. Началось сначала. Да. Ну, вечер. Дождем. Уходит. Дальше туда уходит? Да. Хит. Еще хит. Он крякнул, что там там. Еще хит. Пустый лег. Хилиться должен, вроде захомал. Справа от дома пустые, не доходя дома. Сзади! Бил.
Еще один кусок? Да, 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 да. Слушай, это... А, там есть всякое, я видел до этого. Да вот он у всех. Горностай. Ты подбегаешь к автобусному? Нет, мы здесь. Там чувака что-то на той стороне. Бил. Два чувакашника. Там это где конкретно? На той стороне от нас. Я понял, там прямо на заправке. Соски. Может быть эти. Тихо. Двоих убил. Где убил? На насоске. У меня еще двое. Блять. По-моему, еще один должен будет оставаться. Холм, который смотрит на насоску. Он на холме, я под ним, на дороге, хилюсь. Понял. Походу, где-то граната его взорвала, скорее всего. Да. Ты что, бежал? Да, походу, вот. Да-да-да-да-да, граната, все, нашелся. Нет, я бегу. Там был юсек советской каски. Вот, кстати, как раз это те пришли. Которых я видел. Один в очках, пацан. Вниз вот отец, что ли, один. А, давай. Прикольно. А у меня он вот здесь лежит. У меня тоже здесь. Трупер кто-то будет брать? Ты бегаешь? Я бегаю. Кто тут ходит? Лутает моих ботов, не? Я сейчас тебя укушу. Это моя комната. Слушай, меня все равно будешь, что будешь. Я еще укушу, но тебя залутает. Ха-ха, я пролезу. Больно! Где-то. Где что? Вот. На выход, тыка, 5 секунд! Быстрее! Два! Быстрее! Давай быстрее! Ноль! Блин. Браво. Просто браво. Ты, Аня, уехала? А попадаю просто такое. Так же, как и ты, я видел их тысячи. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.